Прием, прием. Надеюсь, меня хорошо слышно, видно. Даже если нет, то мне все равно. Так, что сказала сегодня мне Маша? Маша мне сказала, что я херово продаю. В общем-то, Маша в чем-то права. Потому что бесит меня продавать, когда у меня плохой маникюр. Ладно, снимаю свое волшебное кольцо, которое почти развалилось. Майя, купи мне, пожалуйста, новый мой доспех, потому что мой вообще уже ни к черту. Сейчас я буду всем показывать, чем я пользуюсь из косметики. Кому не интересно, не смотрите. Ладно, сразу предупреждаю, слабонервным не смотреть. Я не накрашенная. О боже, смотрите, я не накрашенная. Шучу, я никогда не крашусь. Итак, сейчас я вам покажу свой самый убогий косметический набор, потому что у вас у всех красивые наборы, а у меня бесконечные сэмпл-тесты. Итак, мне досталась та самая странная розовая вода, когда еще салатовая упаковка, но уже розовая банка. Я пользуюсь ромашкой, потому что ромашка – это очень круто. У меня гиперчувствительная кожа, поэтому мне ромашка идеальна. Хотя мне нравится, как пахнет розочка, и мне тоже не очень нравится этот дизайн. Но вот так вот вы попали на перепутье. Вообще-то без фильтров он симпатичный. Просто я сделала фильтр, чтобы самой не уродкой быть. И тут как бы, вот знаете, можно так сделать. Давайте я вот так вот выйду из кадра. Подождите, сейчас куда-нибудь выйду из кадра. Смотрите, какая красивая баночка без фильтра. Розовая, с зелененьким. Если кому-то не понравилось, что вам такая пришла, то вот плохо со вкусом. Она очень симпатичная на самом деле. Итак, и что еще у меня есть? У меня есть вот тут 3 капельки авокадо, потому что я его мажу всегда и везде. У меня 30 мл, потому что я не люблю с собой ничего тяжелее носить. И у меня есть вот такая чудесная баночка для анализов. Знаете что? Это самая ценная сыворотка в моей жизни. Знаете почему? Потому что это та самая сыворотка с неоциамидом. И я пользуюсь ей, когда легко и тепло. Итак, как выглядит уход? Сначала я беру немножко сыворотки, чуточек. Потом, поскольку у меня нормальная кожа, не склонная ни к жирности, ни к прыщам, ни к чему, я ее давно уже привела в порядок. Я делаю, смотрите, раз, два, три капли. И этого достаточно для моей огромной моськи, потому что у меня гигантское лицо. Вообще-то я большая женщина. У меня размер 2XL. И дальше, что я делаю? Я беру и пшикаю на себя столько, чтобы кайфануть. Больше всего в жизни я люблю пшикаться водой, потому что она прозрачная и вкусно пахнет. И я делаю так, чтобы все, что есть во мне, почувствовала себя розой в какой-нибудь теплице с утра. И я забрызгиваю себя до смерти, насмерть вообще. Я еще люблю на волосы попшикать, еще волосы люблю попшикать, еще люблю за шею попшикать, да, еще руки. Короче, я тот еще пшикальщик. И дальше. Главное, чтобы не слишком много натекло в глаза, а то будет щипать ромашка. Дальше вот эту вот шнягу нужно смешать. Чем быстрее, тем лучше. Я немножко Дарт Вейдер, вы помните. И пока лицо очень мокрое, смотрите, как легко оно разбегается. И это и есть весь мой уход. Я больше вообще ничего с собой не делаю. Никаких массажей. Но если я научусь, я вас тоже научу. Мне пока не до этого. Видите, поскольку вода очень обильно легла на мое лицо, то мне не нужно делать вот это вот дурацкое. Почему? Потому что она скользит. Видите, и моя кожа не сдвигается с места. И я пропитываю бровки. Я пропитываю бровки. И в конце я вот так вот чуть глазки делаю. Блять, доспех все-таки сломался. Вот, я не наношу много на глазки. И потом остаточком я вот так вот пробиваю обычно под глазками. Мне сейчас чуть-чуть щипит лицо, потому что эта долбанная ромашка, она очень активная, но она мне подходит. И потом все, что осталось, я начинаю растягивать. И потом все, что осталось,
Вечером точно такой же уход. Или я беру свой крем, смотря что и где у меня. У меня сейчас 7 домов в этом мире. Какой у меня комплект есть, такой и есть. Знаете, почему у меня такой уебищный комплект? Потому что, когда я лежала в больнице, сыворотку мне нельзя было. И сыворотку, блядь, вот в эту баночку для анализов сцедили. Скотины. В итоге у меня есть две красивые баночки. И одна, вы поняли. Итак, так выглядит мой уход. И теперь блаженство. Я еще люблю поделать вот так. Потому что, когда она щипит, она еще мокренькая. Вот так выглядит моя моська в 37 лет. На мне, правда, нет морщин от слова совсем. Вот, это мой максимум, видите? Вот это все мои морщины. Это учитывая то, что я недавно пережила кризис, катарсис. Ну и вы знаете. У меня нет мелких морщинок вот здесь вот по глазам. У меня нет никаких вот тут вот тоненьких вот запавших морщинок. Вот тут вот никаких вот морщинок нету. Вот тут вот тоже нет никаких морщинок. На носу нет никаких морщинок. Давайте я покажу вам себя целиком. Видите? Вообще никаких морщинок нигде нету. Понятно теперь? Это весь мой уход. Я бы сказала, что эта сыворотка лучшая, что придумало человечество. То есть я, ну и Мари, конечно, и моя команда тоже, куда же без них. Но она сегодня в такой ущербной немножко баночке. С радостью показала бы вам в красивой, но у меня ее в больничке изъяли. Купите себе эту сыворотку на лето, вы охренеете. Это самая лучшая сыворотка. Все, что вы до этого пробовали, вообще не сыворотка. Чтобы с ней совладать, мы потратили, блядь, 2 года. Чтобы спасти губы, вы берете, наносите на губы сыворотку. Кстати, я еще люблю за ушком помазать. Потому что ушки вообще все вечно забывают, там всегда бардак. И после того, как вы намазали на губы сыворотку, сыворотка с гиалуроновой кислотой, она продается у нас просто в красивой банке. А вообще-то там ниацинамид, и она очень крутая. И вот после того, как вы намазали сыворотку на губы, и она пока не высохла, туда нужно нанести наш волшебный бальзам. Я пошла его искать. Волшебный бальзам. Знаете почему? Потому что он пулю остановил. Видите, спас мне жизнь. Он теперь всегда со мной вот тут вот на сердечке. Спас мне жизнь один раз, и теперь я с ним не разлучна. Что у меня ЛСД в мозгу взорвался. Да, конечно, блядь, активируйте шишковидку, с вами не такое еще будет. Пока не высох вот этот вот волшебный питающий эликсир, мы берем, греем пальчиком, это пальчиковое средство, и не нужно мандавошить тут и войдить, что, блядь, мне неудобно, но гудок сюда не помещается. Это пальчиковое средство, его нужно пальчиком погреть чуть-чуть, и потом пальчиком вот так вот сделать, и у вас будут губки, как у меня, и кожа. И зубы такие же. Я хочу себе 2 клыка, чтобы мандавошкам не повалило. Почему все думают, что я обожралась кислоты? Меня бы кислота отпустила еще 2 недели назад. Так, короче, что назвать? Сыворотка с гиалуроновой кислотой возьмите. Ромашка на любителя, щипит реально, но я ее люблю, потому что у меня гиперчувствительная кожа. Вам не рекомендую, купить или лаванду, или розовую воду. Масло 30 мл, оптимальный размер. У нас есть 10 и 50, смотря насколько у вас кожа сжрет масло. Бальзам вы лучше вообще не найдете. Знаете почему? Потому что это вообще, в принципе, единственный натуральный бальзам. Так, в общем, это был микроэфир. Купите, пожалуйста, себе легкую сыворотку, потому что если у вас нет нормальной сыворотки, вы просто хуячите себя маслом, то это много. И когда вы все время маслом себя херачите, вы себе бесконечную регенерацию кожи провоцируете. Мы продавали вам масло и учили покупать вас крема, когда еще не было моего бренда.